Президент Казахстана принял секретарей Совбеза стран Центральной Азии. Подобная встреча проходит впервые. Ее цель – быстрое реагирование на угрозы как внешние, так и региональные. К тому же активному развитию политического диалога и торгово-экономических связей важно обеспечить высокой региональной безопасностью, отметил Касым-Жомарт Токаев в своем приветственном слове. По мнению главы государства, большинство угроз трансграничного характера, поэтому противодействовать им нужно вместе. Это в первую очередь экстремизм, терроризм, наркотрафик и торговля оружием. Отмечу, сегодняшняя встреча – один из этапов подготовки к 6-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в августе. На ней будет принята стратегия развития региональной кооперации до 2040 года. В завершении своего выступления президент призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их. Особый характер отношений наших стран закреплен в договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас договора и его вступления в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата. В прошлом году по инициативе таджикской стороны был создан Совет национальных координаторов. В настоящее время обсуждается вопрос учреждения секретариата консультативных встреч. Деятельность секретариата призвана отвечать интересам всех стран и способствовать эффективному решению насущных проблем.